Yeah.
смогу. Диана родилась на Черноморском побережье Кавказа, в городе Сухуми. Семья она была уже четвертым ребенком и, естественно, самым любимым. В 7 лет родители были вынуждены отвезти девочку в Тбилиси. Именно там находилась ближайшая школа-интернат для незрячих. Это была очень тяжелая разлука, но уже тогда Диана была целеустремленной и понимала, что нужно обязательно учиться. Она вытирала слезы и шла на занятия. В школе у Дианы появилось множество друзей, которых она не забывает и по сей день. Вскоре, ко всеобщему изумлению, она поступает в обыкновенную музыкальную школу по классу фортепиано. Еще в школе Диана участвовала в разных конкурсах. Однажды ее заметила одна очень известная певица, и они спели дуэтом. Стало очевидно, Диана должна петь профессионально. Однажды она послала в подарок брату, жившему в Москве, кассету со своими песнями. Брат, прослушав запись, подумал, кто не рискует, тот никогда не выигрывает, и отправил кассету на конкурс «Ялта-Москва-Транзит». Московский бутик «Шарм Плюс» изменит ваше представление о моде, красоте и шарме. Здесь представлены дома «Хлоя», «Жан-Поль Готье», «Вивьен Вествуд», «Энн Деммельмейстер», «Ланвен». Всем внимание! Концертный зал России «Фигаро» студии «Русское радио» приглашает вас на концерт-съемку «Ваша музыка» 2 декабря в Концертный зал России. У вас есть уникальная возможность увидеть 4 сольные программы за один вечер. Участвуют Вика Цыганова, группа «Балаган Лимитед», Вячеслав Малежик, Игорь Николаев. Мы
Между нами темнота.
Спасибо. Когда ей позвонили и сказали, что она попала в отборочный тур, Диана была шокирована. Ей казалось, она не готова. Однако родные и друзья убедили ее, что она просто обязана попытаться. Она решилась и приехала. Вошла в двадцатку, получила приз и познакомилась с композитором Игорем Николаевым. В 96-м году Диана поступает в Гнесинское училище. Здесь она нашла множество новых друзей, прекрасных педагогов и просто хороших, добрых людей. Она никогда не чувствовала себя одинокой. Уже на первом курсе с помощью Игоря Николаева Диана записала первую песню, ставшую популярной — «Волшебное стекло». А в 97-м году появился ее первый клип. Волшебное стекло моей души. Я сквозь него смотрю на этот мир. Волшебное стекло моей души. В отличие от многих артистов, Диана очень любит гастролировать. Как она говорит, на сцене она чувствует тепло. В разных городах какое-то свое. Школа стилистов «Персона», визажист, дизайнер причесок, стилист, косметолог. Только ты вернись, умоляю.
Всем внимание! Концертный зал России. Я знаю точно, ты здесь. Я знаю точно, ты здесь. Со мной осенний порой ночной. Спустя один только миг. Спустя один только миг. Меня коснется твоя рука божественна. Прикосновение рук, прикосновение губ, прикосновение души к душе, ты рядом со мной уже, как электрический ток. Позвонок проходит нежно волна тепла. О, как долго тебя я ждала. За плечами. Московский бутик «Шарм Плюс» изменит ваше представление. Браво! Спасибо тебе, моя хорошая. Вот эта девочка родилась, чтобы греть своей душой, которая у нее настолько широкая, чтобы захватить всех вас. Дай Бог тебе здоровья, дай Бог тебе всего самого-самого лучшего. Thank you.
сердце знало. Если б только 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 сердце знало. Если догадалось. Хочу, чтобы все пожелали этой девочке счастья и чтобы волшебное стекло ее души было открыто всегда для вас. Спасибо тебе. Спасибо. Теплым стать, кончилось наше лето. Вот ты все, ты меня научил терять и не жалеть об этом. Снова ты смотришь взглядом беспечным, только обида прошла. Ты не вернешь мне ласку и нежность, все, что тебе отдала. Я не люблю тебя, ты мне не нужен больше. Нашептали подружки мне, что у тебя другая. Падали звезды в наши ладони, только ты их не хранил. Жаль, что ты все же так и не понял, что никогда не любил. Я не люблю тебя, ты мне не нужен, больше своей у меня не зови. Желтыми листьями осень закружит. Горькие проводы первой любви. Я не люблю тебя, как это странно. Мы не враги с тобой и не друзья. Не приходи ко мне, пусть и не званый. Я не твоя, я уже не твоя. Вот и все, как же больно тебя терять. Только я не жалею. Вот и все, я готова чужою стать. Лишь бы не быть твоею. Старые письма, нежные письма, если сумеешь, порви. Падают листья, желтые листья первой и горькой любви. Я не люблю тебя, ты мне не нужен, больше своей у меня не зови. Желтыми листьями осень закружит, горькие проводы первой любви. Я не люблю тебя, как это странно. Мы не враги с тобой и не друзья. Не приходи ко мне в гости незваным. Я не твоя, я уже не твоя. Thank you.
мы вдвоем. Тогда узнаешь ты, что нет любви нежней. Я слышу, как летит звезда в ночной тиши. Красивых слов тебе не говорю, но если хочешь, я тебе дарю. Дарю волшебное стекло моей души. Такой красивый, с улыбкой простой и добрыми глазами. Волшебное стекло, в нем кажется счастливой девчонка, для которой был весь мир залит слезами. Волшебное стекло моей души. Встречались лишь вчера и клялись, что вместе навсегда. Помню, как для нас горел закат, шепот губы, этот нежный взгляд. Наши первые слова любви неустанно повторяли мы. Что грядет финал, не сберег любовь, ты не сберег. Без нее мне мир безумно мал. Так хотелось бы сейчас опять обнимать тебя и целовать, говорить тебе слова любви. Но пойми меня и позови. Я
Диана Гурцкая. Диана. Спасибо. Это тебе от 6-го канала, от меня лично. Спасибо тебе за то, что ты делаешь на сцене. И всех благ, счастья и творческого долголетия. Спасибо. Спасибо тебе за твою душу. Храни вас Бог. Счастья вам.